Всем привет, мои дорогие зрители, подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу показать вам цветущие орхидейки, что у меня цветет на сегодняшний день, и каждую буду показывать в отдельности. Снимаю при дневном свете, фонарик не использую. Итак, поехали. Хочу похвастаться, у меня зацвела Сара. Посмотрите, какой насыщенный цвет у нее, великолепный. Это первое ее цветение в жизни. Вот такая вот у нас красавица. И она у меня сидит в закрытой системе. Результаты меня очень ошеломили и потрясли, так как в закрытой системе у меня еще ни одна орхидейка не цвела. Посмотрите, какой у нее персиково-насыщенный такой цвет. Прелесть. Я так долго ждала этого цветения, сейчас не могу просто налюбоваться. У меня дар речи отнимает от этой красоты, поскольку у меня была уже Сарочка, это растение, детка, и первое ее цветение было намного бледнее и чуть-чуть мельче. У этой Сарочки цветочки намного крупнее. Сара цвела где-то сантиметра 3, было 3,5. Здесь цветочки где-то, ну, сантиметров 5 в общей сложности. Ну, очень красиво, великолепный цвет. Я немножко останавливаюсь на каждой орхидейке, чтобы насладиться всей красотой. Окрасом. И вот такая вот у нас замечательная. Давайте теперь посмотрим, что у нас в баночке. Вот такие вот у нас замечательные результаты. Посмотрите, сколько корней у нас в баночке. Это единственный пока мой первый результат, где такие шикарные корешочки у нас. И орхидейка цветет в закрытой системе. До этого у меня орхидейки в закрытой системе еще не цвели. И также она наращивает нам новый листик. Вот такая вот у нас прелесть. Замечательная. Поскольку это первое ее цветение в жизни, я сейчас поставила ее на счетчик, чтобы зафиксировать, сколько по продолжительности она будет цвести. Дальше. Нас порадовал попугай. Это второе его цветение в жизни. Вот. Действительно, он нас порадовал. Я не ожидала, что он с первого цветения перейдет сразу во второе. То есть первый цветонос мы благополучно срезали. Где-то он здесь был, вот он. Вот, это уже второе цветение. И он проскакал через несколько листов и очень близко вырос цветонос около точки роста. Ну, надеюсь, в дальнейшем это не станет у нас проблемой. Также он, когда процвел первым цветоносиком, у него оставалось всего 2 листа. Сейчас он дорастил еще 2 листика за этот промежуток времени, начиная где-то с февраля. Я уже снимала видео тогда, еще зимой, и показывала, что там осталось всего 2 листика. Мы за это переживали, но все замечательно и благополучно. У него корешок и тут есть. Где-то я еще видела. Вот тут он на дне горшочка. Видите, вот там вот есть тоже длинный корешочек. Вот корешочки уже. Он начал уже заполнять горшочек корешками. И поверху тоже, как вы видите сами, еще 3 корешка. То есть, в принципе,
Уже руку на пульсе я не держу, я довольно-таки спокойно за него. Он еще два бутончика наливает, еще до конца не распустился. И вот такой вот у нас малыш замечательный, яркий, выразительный и веснушчатый, интересный. Краски, конечно, великолепные. Следующая орхидейка у нас цветет, это Joyfairy Tail. Он распустился давненько уже. Вот. Мы все наслаждаемся и окрасом, и его ароматом. Каждое утро подходим, и запах обалденный, конечно. Во всей красе его краски тоже такие все интересные. Цяточки, рисочки, точечки, зернышки, в общем. Также он продолжает цвести. Сого Лауренс тоже продолжает свое цветение. Она тоже такая вся красавица. Цветет она на 6 цветочков. Это тоже ее первое цветение, и она его держит довольно-таки долго уже. Ну, я не скажу, что больше, чем положено и обычно, а пока мы тоже за этим наблюдаем. И, грубо говоря, как на счетчике отмечаем месяц, два, три и так далее. Недавно я показывала распуск. Уже сейчас в полном распуске идет эвредика. Вот. К сожалению, один бутончик еще на начальной стадии обломался. Вот. Но все равно она очень красивая. Беленькая такая, аккуратненькая вся. И губка, кстати, очень интересная, такая прям с желто-оранжевым. Кстати, цвет немножко поменялся. Он был таким лимоново-салатовым. Сейчас он, видно, цвет набрал. Кстати, и размерчик тоже она набрала на фоне моей ладошки. Вот такая вот она у нас красавица, крупненькая. Для первого ее цветения, конечно, это действительно крупненький цвет ее, крупняшный. Я не ожидала, что она будет такой крупненькой. Вот. Но это тоже очень-очень даже нас радует. Дальше все продлевает у нас Sogorelix цветение. Как вы видите, еще бутончик наливает. И по чуть-чуть все продлевает, продлевает. Я уже с счета сбилась, я уже не помню, какой по счету этот цветочек. Вот, ну, три первых точно он там сбросил. Потом еще три он дал. Сейчас уже, честно, не буду врать, не помню. Вот, как вы все уже заметили, у меня распустился мой снежный барс. Девочки мне подсказывали, что это орхидейка, у нее название Salt and Pepper. Но тоже я сравнивала по определителю Salt and Pepper, у него нет около колонки у основания пятна вот этого вот фиолетово-бордовенького, а у моего есть. То есть это единственное такое отличие, где тоже не подходит к названию. В самом начале у меня было очень много путаниц по поводу его названия. Я там и Эверспринг называла его, и Спринтер какой-то там еще что-то, в общем, то есть много у меня было названий похожих. Я часто путала орхидейки, думала, что у меня далматинец, оказывается, ему до далматинца, как до киеварочки. Вот, и получилось, так он у меня и остался. Я не скажу, что без умяшки, потому что в домашних условиях мы его называем снежным барсом. В этом году он процвел менее пятнистый. Вот. Пятнышки вот только вот на первом цветочке остались. Есть, точнее, и на втором. Все предыдущие цветочки оказались просто белыми. Практически все белыми. Там редкие-редкие крапушки, видите, вот. Как будто кто-то там чернилом брызнул чуть-чуть. Вот такого вот плана. Действительно, орхидейка очень красивая, очень обаятельная. С ней уже много историй было. И эти истории уже настолько мы с ней срослись. И уже все, она у нас так и осталась жить. И, кстати, что самое интересное, мне
одна программа в Гугле напомнила о том, какой был сегодняшний день в прошлом году. И вот не поверите, именно в прошлом году, ровно в это же время, тоже снежный барс цвел. И, по-моему, тоже на 5, может, даже на 6 цветочков, вот точно не помню. По-моему, тоже на 5, как и сейчас. То есть практически неизменно процвел, ну, не за исключением, конечно, крапушек. Крапушки в этом году он пожадничал. Вот, на снежного барса он уже мало похож, больше он на альбиноса похож. Вот. Но, тем не менее, красавец, конечно. И что интересно, вот по краю лепесточков начались волнушки. Видите, волнующие такие лепесточки стали. В прошлом году их вроде бы и не было. Он был более ровным таким, процветал цветочком. Ну и как-то форма покамест не выравнивается. Хотя ивредика тоже вот долго выравнивала цветочки. Но сейчас они как блюдечки ровные, как фарфоровые. Такие вот прям заглядение сплошное. Вот снежный барс пока еще не может до конца вот выровнять цветочки, лепесточки все смотрят вперед. Вот. Ну, может быть, еще и жара так сильно влияет, поэтому орхидейкам очень тяжело тянуть цветение, вот, и держать сами цветочки. Дальше у меня цветет Purple Martin. Посмотрите, он 4 цветочка уже держит. Вот, вчера еще держал, вот сегодня, видите, уже один бутончик увядает. И все так же, как Доритонопсис истинный, продлевает свое цветение. Продлевает цветоносики. Вот не хочет он фокусироваться. Сейчас перенаправим камеру. И вот так вот покажем всю его красоту. Цвет, конечно, неимоверно красивый. Это такой фиолетово-синий. Фиолетово, сиреневый, фиолетовый какой-то вот. И вот эти два цветочка ранних, они уже блекнут. Один из них увядает, а другой уже блекнет. Ну и вот только недавно вот этот вот цветочек раскрылся. Такой вот он красотон. Действительно стоящий иметь его в своей коллекции орхидейной. Стоит внимания, конечно же. Хоть он маленький, но он очень обаятельный. Дальше. Все вы недавно помните, я показывала свою морозную вишню, как она без моего ведома, без прав и так далее, она взяла и просто вот радикально поменялась в своем и окрасе, и в структуре, и в форме, и немножечко в размере даже поменялась. Вот. Не, так и я до сих пор, мы с мужем гадали, думали, что на это могло повлиять. Ну, там масса всяких могло быть факторов на то, что она так себя повела. Может быть, это входили родители ее, и так она по-родительски процвела, не захотела. Может быть, это были перекормы, всякие удобрения, там какие-то эти гормоны, гормональные какие-то препараты были. Вот. То есть любое могло повлиять. Может, даже, кстати, и жара тоже так же повлиять, потому что она вертит, крутит лепесточки свои назад. Вот. Это очень видно хорошо. Видите, назад крутит все. Она скрюченная вся. Прям такая дутышам дует все эти бутончики. Вот. И что послужило еще тому, чтобы сегодня снять видео цветущих орхидей, она сбросила один цветочек, то ли же от жары, то ли же уже все, она пытается отцвести. Я так и не поняла ее поведение. Конечно, она себя ведет странно. Вот. Хотя она очень обаятельная с этими опалами. Она действительно превратилась в восковика из обычной орхидейки. Вот у нее была вот такая вот обычная структура, мягенькая такая, то есть как бумага хлопковая. И хлопковая, сказала одна. Я уже с тканью путаю.
профессиональные свои эти работы уже путаю с орхидейками. Ну, она как просто вот как бумага была белая, как мы обычно рисуем в альбомах, и также вот сейчас она стала вот просто восковиком, очень плотным таким вот, прям лепесточки даже, ну, чуть-чуть по краю так можно согнуть, а так вообще она очень плотная. Ну и окрас, соответственно, тоже изумительный. Вот губка такая вот немножко красно-огненная, интересная, с пятнышками там всякими внутри. Так и хочется ее как-то по-другому назвать, хотя и морозная вишня есть морозная вишня. Вот девочки мне подсказывали то, что это Magic Art, и он тоже может вот так себя вести непосредственно и неадекватно в цветении. Я сравнивала с Magic Art, не совсем, не совсем. Ну, может быть, оно действительно так и себя и ведет в Magic Art. Я с сортом практически не сталкивалась. Для меня это ноу-хау, как говорится. Впервые я столкнулась с этим феноменом, скажем так. И поэтому что-либо гадать, как-то дальше переименовывать, я уже оставлю ее под этим названием. Вот. Но под вторым названием я, может быть, если действительно она будет себя вести как Magic Art, я тогда уже как под вторым названием ее пропишу. А пока месть она остается у меня морозной вишней. Да, и для новичков хочу напомнить о том, что она пробудила почку на срезанном цветоносе сама. Были перепады температур с зимы на весну. И второй цветоносик, коротыш у меня в пазухе листа, так и не развился. Вот. Может быть, в будущем она себя как-то проявит с этим цветоносом. На данный момент она тянет только покамись вот эту разветвленную веточку. И еще проснулась вот здесь вот почечка. Вот она. И мы все ждем, будет она ее дальше развивать или нет. Это еще под вопросом. Но я очередной раз убеждаюсь в том, что наполовину срезанные цветоносы, мне не очень нравится такой вариант цветения. Лучше, конечно, срезать уже полностью, чтобы растение само определилось. Полностью цветонос давать, детку давать или еще как-то. Потому что на жару оставлять такие цветоносы растениям очень тяжело потом самим определиться, куда цвести, куда расти и что вообще делать, где почку пробудить. Вот, с корнями там тоже все отлично. Некоторые орхидейки нам наращивают новые листики. Вот Лауренс дал, вот Джеффри Тейл нам тоже листик дал, и Вредика тоже листик дала, несмотря на то, что она цветет. Вот. Ну и также у меня Сарочка дала и попугай два листочка дал. Сова Лауренс пока мисс, ой, Сого Релекс доращивает новый лист, как вы видите. Новенький, пузатенький, глянцевый, красавец. У снежного барса пока листика нет, он, видно, перенаправился силы свои на цветение. Дальше у меня моя неугомонка Леди Мармелад. Она действительно уже затянула свое цветение. Вот, это не в том плане, что вот я этим возмущена или расстроена. Наоборот, я этому очень-очень рада. И посмотрите, как она продлила цветонос. И как она в пучок собрала все бутончики, все цветочки эти. Все вот прям, как будто бы вот действительно букет собрали вместе. Только целлофаном не укутали и бантиком не повязали. Вот такая вот у нас мармеладка. Она все в пучок собрала вот так вот. И очень трудно, тяжело что-либо показать, потому что оно все вот вместе скомкано, вот прям как будто бумагу взяли, и вот скомкали, скомкали, и вот это вот, вот такой вот жмучок бумажный получился. Но несмотря на это, как вы видите сами, она продлила цветонос еще дальше. Вот бутончик. Вот он. И она его наливает. Но единственное, что либо же ей очень тяжело, либо же жара. Вот эти вот следующие и последующие все бутончики, она очень тяжело их наливает, очень долго их распускает. И вот еще на кончике, как вы видите,
еще может даже дальше будет продлевать свое цветение. Блюдечки очень большие, очень крупные. Сейчас, дабы чтобы не сорвать там бутончик на заднем плане, вот такая вот у нас крупняшка. Ой, у меня даже рука пальцев не хватает длины. Вот. Она действительно очень крупная, очень такая вот на некоторых цветочках даже сами лепесточки вот как розовеют по краям. Видите, немножко цвет меняет, но в общей сложности цвет остается все равно неизменным. Вот эта вот губа, вот этот окрас, вот эти вот тяточки и такая неоновая с розовинкой такая колонка идет. В общем, все-все-все осталось при ней практически в первозданном виде. И тоже вот с прожилками, видите, вот цветочки. Мутация из нее уже практически вся вышла. Это может быть еще последствия жары, что она так скомкала все воедино, эти бутончики, цветочки. Вот. Но, тем не менее, она себя уже ведет как положено. Без всяких мутаций, без всяких выбрыков, без всяких, то есть ничего практически не меняет. Вот такая вот у нас красавица. Вот. И хочу завершить последней моей неугомонной красавицы, действительно неугомонной. Это у нас Golden Treasure. Сейчас я попытаюсь ее поближе заснять, захватить. Ой, я извиняюсь, камеру кручу, верчу. Вот. Тут очень тяжело передать всю высоту, все одновременно, весь куст, весь рост, скажем так, на расстоянии, потому что на расстоянии все цветочки начинают забеляться, не видна ни форма, ни цвет, ни крапушки, в общем, ничего практически не видно на расстоянии. Первое, чем я хочу похвастаться, и уже, по-моему, неоднократно я хвасталась тем, что у нее 6 цветоносов. Да, действительно, 6, я не оговорилась. Это я когда-то видео снимала и, по-моему, оговорилась о том, что 6, а в результате насчитала 7. Вот 4 цветоносика, не считая вот этой красной палки. Вот они, красавцы. Один из них новенький. Вот он тянется, вот он тянется, вот он, вот он, вот он, вот он. И вот она уже распустила первый бутон. А, уже второй. Видите, насколько я ненаблюдательна и невнимательна к своим орхидеям. Уже прогавила, когда она второй цветочек распускает. Видите? Еще вот лепесточек не раскрылся, немножечко такой вперед смотрит. И еще 3 цветочка или 4, может, даже раскроет в будущем. Старые цветоносики все так же пышно цветут, держат цветочки замечательно, великолепно. Вот. И еще 2 цветоносика с этой стороны. Вот они, видите, вот они зелененькие. Вот. И идут, идут, идут. Тут немножко разветвление у нас пошло. Я не знаю, будет видно или нет. Вот. А, нет, это не разветвление. Вот. На следующей веточке вот разветвление идет там. И на заднем плане вот еще веточка. Вот она видна. На 2 цветочка. И тоже может будет еще продлевать. В общей сложности я могу, конечно, оббежать и попробовать показать, как она выглядит. Ну, видите, она забеляется и все. И мы всю красоту теряем на расстоянии. И у нее как-то поэтажно. Вот тут этаж. И наверху этаж, то есть как-то она сама распределила все это. Также она себя ведет продлением цветоносов постоянным, и из-за этого мы никак не можем поймать момент, чтобы ее пересадить. Есть случаи, когда можно и цветущую орхидею пересаживать. Что касается других фаленопсисов, я могу сказать, что вот любой из них взять, я бы пересадила и цветущим. Вот эта орхидея, не знаю, мы боимся ее пересаживать именно во время цветения. Мало ли вдруг чего. Не хотелось бы ее просто потерять. Она уже требует пересадку. Как вы видите, мы уже камнями делаем перевесы.
Но даже этих камней уже недостаточно. Я уже смеялась, говорю, может уже кирпич где-нибудь со стройки своровать, чтобы поставить его на перевес еще сюда сверху. Вот. Корней у нее очень много, как вы видите сами, тоже становится все это неизменно, она все продлевает, продлевает. И эти корешки, вот как видите, они в активном росте. Вот, кое-какие там могут замедляться. Где-то один я там случайно зацепила, сломала, вот он. Ну, я думаю, что в будущем она либо его отсушит, либо дальше проснется и начнет вот таким вот макаром, как говорится, вот таким вот методом разветвления продлеваться. Несмотря на то, что где-то там кончик отпал, она дальше может его нарастить. Эти корешки уже закручиваются тут змейками, обвиваются вокруг. Вот. И меня муж недавеча чуть не огорошил в том плане, что вот этот корешок, я думала, что это седьмой цветонос. Думаю, куда? Она еще шестой до конца не дотянула, седьмой. Но когда я внимательно пригляделась, это оказался корешок. Вот. Хотя вполне возможно, что она в будущем еще может и седьмой дать, и восьмой дать. И может быть где-то я показывала уже, сейчас попробую показать, если у меня получится. Видите, в каждом пазухе листа цветонос. Вот начиная с самого начала, вот видите, желтый старый листочек, вот он, цветонос. Второй цветонос. Третий цветонос, четвертый цветонос. И тут, когда разовьется хорошо уже массивная точка роста с некоторыми листочками, я так подозреваю, что она еще здесь даст в будущем, в течение там, может быть, через год еще один цветонос, может быть, в течение года. И с этой стороны она нехотя дает, тут не так густо, два цветоносика. Вот раз в пазухе и два пазухи. Третий покамест не стало, но я думаю, что третий будет здесь. Это уже будет не с этой стороны третий, а в общей сложности седьмой. И давайте еще раз переглянем ее личико. Она не крупноцветная, но форма ее заставляет привлечь к себе внимание. Все время мы ходим, смотрим, любуемся ею. Также новые цветочки, только-только, которые распустившиеся, имеют такую кругловатую форму, пузатенькую, видите? Вот. Ближе к отцветанию они начинают заостряться. Где-то я видела тут вот. Шо, никто не отцветает, что ли? Где-то я видела цветок, который уже отцветает. Ну, плюс те, которые уже старенькие цветочки, они более блеклые. Сейчас, к сожалению, почему-то на камеру это не особо видно. Вот, но при другом освещении оно очень, даже очень видно. Вот. Тоже не видно. Может быть, вот так вот на расстоянии будет видно, не знаю. Да, почему-то камера в этот раз не хочет показывать то, что она при отцветании блекнут цветочки. И вот посмотрите, тут вот поймала момент. Вот только-только распустился цветочек, видите, и коричневые вот рисочки, цяточки есть. И по нижним сепалиям, и внутри около колонки тоже. Вот когда отцветают, видите, уже нету этих рисочек, оно все размывается, блекнет. Вот тут вот больше всего белесого. То есть уже нету таких вот выразительных рисочек, полосочек, штришков. Вот это все уже к отцветанию все теряется. Ну и только-только, когда цветочек распустился, тоже он очень ароматно пахнет. Такой запах, по-моему, муж говорил, гиацинта. Но я иногда теряю этот запах, потому что сейчас лето, у меня, как всегда, аллергия. Вот, я не всегда могу уловить этот аромат. Но, тем не менее, всегда хожу, принюхиваюсь, стараюсь уловить этот запах. Бывает, что и улавливаю. На этом я хочу завершить свой показ и рассказ своих цветущих орхидей.